Волонтеры начали сбор гуманитарной помощи для жителей Палестины. Активисты считают точное количество принесенного товара, упаковывают в коробки, ведут учет. В Чалмах открыты два пункта по сбору гуманитарной помощи для мирного населения сектора Газа. Они расположены в молодежных центрах. Один из них в Нуре, другой в Орионе. Челнинцы уже подключились к сбору гуманитарной помощи для мирного населения сектора Газа. Они несут средства личной гигиены, порошки, а также бинты. Все то, что, по их мнению, может пригодиться в неспокойное для них время. Волонтеры говорят, нужны и канцелярские товары для детей. Карандаши, фломастеры, блокноты, чтобы ребята могли разукрасить яркими цветами рисунки. Мы собираем в первую очередь предметы первой необходимости, продукты питания, как для детей, так и для взрослых, которые имеют срок годности месяц и более. Это могут быть крупы, смеси, обязательно те предметы, которые можно заварить или приготовить в условиях не самых простых, которые можно залить холодной водой, средства личной гигиены, средства по уходу за детьми. Сбор будет проходить до 12 ноября. Адреса, где принимают гумпомощь для жителей сектора Газа, вы видите на своих экранах. Эльмира Гайнудинова, Кирилл Хабзей, новости на Набережные Челны.